Заказник Приазовский, расположенный в нашем районе, это уникальная территория с богатыми водными угодьями, где есть заводи и лиманы, в которых гнездятся многие виды птиц. Сохранение и разумное использование этих ценных водно-болотных угодий – задача очень важная, и ее решение в объединении усилий всех заинтересованных служб и неравнодушных людей. К сожалению, далеко не каждый посетитель заказника, а это прежде всего отдыхающие, которые приезжают сюда со всей Кубани, да и России, проявляют заботу о чистоте территории. Хотя, казалось бы, чего проще – не оставлять после себя мусор. Пакеты, обертки и пластиковая посуда разлагаются сотни лет, и они опасны для рыб и птиц. Поэтому уборка побережья Азовского моря, в которой приняли участие волонтеры, сотрудники Кавказского заповедника и газодобывающей компании, мероприятие очень нужное. Я рад принять участие в этом мероприятии. Ну, нужно очищать природу от всех, ну, от всего мусора, который здесь. Это благородная акция, так как волонтеры должны помогать всем очищать берега, чтобы берег был Краснодарского края был красив и пригоден для всех. Все-таки Краснодарский край – это наша родина, наш дом. Сотрудники Кавказского заповедника, к которому относится Приазовский заказник, прекрасно понимают важность очистки этих мест от мусора. Они планируют проводить такие акции в будущем. Весь этот мусор может стать причиной гибели диких животных. Птицы могут погибнуть, потому что пластиковый мусор достаточно быстро разрушается на микрочастицы. И затем животные воспринимают его как корм и проглатывают, ну, что не способствует их здоровью, скажем так. Вот. Очень грустно, что это традиционное место отдыхающих, да, и неужели людям приятно возвращаться вот в такой свинарник? Участие в акции сотрудников компании «Газпром. Добыча. Краснодар» не случайно. В ней всегда обращали особое внимание на сбережение природы. Сегодня мы здесь и постараемся максимум приложить усилия, чтобы очистить это прекрасное место нашего родного края. Настроение боевое, оптимистично, несмотря на погоду. Ну вот мы уже видим, небо рассеивается, и как бы погода нам начинает благоприятствовать в этом благом деле. За соблюдением природоохранного законодательства следят госинспекторы Кавказского заповедника. И в уборке территории заказника они активно участвуют. Со всей России сюда едут, как бы на побережье отдыхают. И, ну, как бы не все